Расходы местного бюджета были направлены на решение социальных задач, благоустройство, содержание сельских дорог, замену уличного освещения. Ремонтные работы прошли в школах, детских садах. Деятельность местной администрации большинство жителей оценили положительно. Отчет за 2014 год был принят единогласно. Мы считаем, что нам нужен глава именно вот Иван Александрович, который сегодня отработал у нас 4 с лишним месяца и ездит по цеху, ездит по с жителями общается, не убегает, не прячется. Приемы, на приемах всегда присутствуют. Сегодня еще оценивать рано, он тут всего что ничего проработал. Ну, мужчина молодой, деятельный, ну, будем надеяться, что перспективный. Ну, по крайней мере, задатки к этому есть. Глава Субсехского сельского округа в должности недавно. Но рабочие дни уже расписаны по минутам, и планы на этот год большие. Это развитие округа, благоустройство округа. На сегодняшний момент мы подали списки всех проблематичных дорог, участков, которые подают нам люди, обращаются граждане, и мы стремимся к их выполнению. Соответственно, люди должны видеть, что делается, где делается и какие средства привлекаются для решения этих вопросов. Соответственно, когда знаем мы, что мы сделали, и знают об этом люди, уже взаимодействие налаживается в другом русле. В завершении мероприятия отчет перешел в личный прием главы. Иван Проченко обсуждал с жителями волнующие их вопросы.